Вы смотрите новости здесь, Новосибирск. Продолжаем выпуск. До конца этого года Михайловскую набережную разделят на две части. Одна для тихих прогулок, другая для концертов. Сегодня экспертам, предпринимателям и архитекторам представили измененный дизайн-проект. Благоустройство собираются начать этим летом и меньше чем за полгода закончить первую очередь. На набережной больше не будет аттракционов, останется лишь колесо обозрения, но оно, по мнению авторов концепции, должно быть выше и дальше от реки. Сцена будет примерно на том же месте, где находится сейчас. Ландшафт позволяет сделать вокруг нее амфитеатр. Эта правая часть набережной станет площадкой для мероприятий. С прежними арендаторами, владельцами летних кафе, мэрия уже расторгла договоры. Но отказываться от точек продажи еды и напитков все же не будут. Отказываться полностью от всего было бы, с нашей точки зрения, неправильно. Небольшие кафе, которые не станут точками какого-то шумного притяжения, да, просто дополнят мелкими элементами, необходимыми для прогулок. То бишь у нас это какой-то горячие напитки в холодное время года, охладительные летом, да, как без этого никак не обойтись. Этот проект представляют архитекторам, экспертам и общественникам уже с доработками. Авторы прислушались к мнению участников предыдущего семинара. Он прошел 10 марта. Тогда люди просили сделать левую часть набережной, примыкающую к парку «Городское начало», тихой прогулочной зоной. Благоустройство начнут уже в июле этого года. Бюджет работы определен – 140 миллионов рублей. Уже сейчас начинается разработка проектно-сметной документации. Естественно, по итогам, в том числе сегодняшнего обсуждения, будут внесены необходимые коррективы, но разработка проектно-сметной документации должна быть закончена уже в мае месяце и, соответственно, объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на благоустройство.